Поздравляем нашего гостя, даже сначала поздравляем, потом будем здороваться. У нас в гостях координатор Новосибирского регионального отделения Всероссийского общественного движения волонтеры-медики Владимир Барашкин. Доброе утро. Здравствуйте. Поздравляем с тем, что ваш проект «Первая помощь» стал одним из победителей Всероссийского конкурса «Хочу делать добро». Спасибо большое. Как все Круто. начиналось, нам сразу интересно, как пришла идея участия этого Почему проекта. именно, да, почему Да. именно первая помощь, почему именно с детьми? Ну, во-первых, это очень старый достаточно проект. Мы уже порядка 6 лет занимаемся этим проектом. Как волонтеры-медики? Нет, Нет? волонтеры-медики — это организация достаточно молодая. Тогда говорите, кто вы? Мы. Я? Да. Я? Нет, мы. Мы на тот момент были студентами медицинского вуза. На сегодняшний момент я уже врач, но все равно я координирую данное направление. Признайтесь, это была просто ваша инициатива, потому что вы доброй души человек или потому что вам для зачета надо было проект какой-то Нет, защитить? никаких зачетов здесь и речи не быть не могло, потому что тогда я даже не связывал никак это с волонтерской деятельностью. Просто я хотел Поделиться поделиться знаниями. знаниями с людьми. Во-первых, первая помощь — это очень актуальная вещь. На сегодняшний день мы можем в любом месте, в любом виде увидеть человека, которому требуется помощь. И не каждый сможет оказать помощь в том виде, в котором она требуется. Вот вы сможете, например, Да это? нет, конечно, это же смотря какая помощь требуется. Это может быть у человека, не знаю, приступ эпилепсии вдруг на улице. Это может быть приступ астмы. Это может быть сломал ногу, я не знаю. Это нужно реально быть медиком, на мой взгляд, Ну, на чтобы в самом любом деле нет. случае, в любой ситуации помочь. Существует достаточно простая вещь, как первая помощь. Люди многие путают первую помощь и первую медицинскую помощь. Первая помощь оказывается на месте поражения в порядке самой взаимопомощи. То есть непосредственно мы с вами, неважно, медики или нет, оказываем помощь, вот увидели, оказали. Это элементарные вещи, какие необходимо знать каждому. И этому, кстати, учат в школе, на уроках ОБЖ. Ну, к сожалению, практического навыка там было мало, именно поэтому, в общем-то, мы тогда и делали такие вот семинары, потому что практики не хватало именно школьникам. А школьники у нас основная целевая аудитория, которая, скажем так, обучается. Потому что взрослое население, вот так вот к вам, например, приди, вы скажете, ну, нам некогда, и все. А школьников, если заранее научить, то уже эти навыки останутся на всю жизнь. Да, Я вот и... все, что я помню с уроков ОБЖ, это почему-то все, что касается каких-то травм, переломов, что куда наложить шину, да, и как правильно, на какой бок положить. А вот что касается какого-то приступа, если я увижу Что, на улице, лишний я раз не знаю, что доказывает делать. актуальность идеи Владимира, вот она пришла к вам, и уже теперь это общественный проект, получивший поддержку, да? Ну да. В определенный момент, когда я стал координатором регионального отделения, мы решили, что пора бы уже, наверное, поучаствовать в каких-то грантах, потому что все равно техническая составляющая, так скажем, хворает, хотя мы совместно с медицинским университетом и данные вещи проводим. И требуется поддержка. Поддержка в первую очередь материально-техническая. Поэтому мы и написали грант. Но на практике как это происходит, вот эти уроки по первой помощи? Вы же не один ходите по всему городу, правильно? Конечно, У вас, вы, конечно. наверное, используете как раз студентов-медиков для помощи, направляете их в разные учебные заведения. Да, получается, на сегодняшний момент мы уже готовим, так скажем, полноценных волонтеров и инструкторов. Да, когда это начиналось, мы, конечно, там старшекурсники, я там где-то пытались это все проводить самостоятельно, отрабатывали на своих же студентах такие мероприятия, и после чего уже поняли, что можно, договорились со школами, с которыми медицинский университет тогда хорошо сотрудничал, провели среди них семинары, потом соревнования. Им понравилось, и мы начали. Соревнования, Да, вот у нас даже интересно. соревнования существуют. Уже пятые городские соревнования, мы вот в декабре это проводили, по оказанию первой помощи среди школьников. Ну и на сегодняшний момент, как это происходит? Наши волонтеры, они приходят в школу, ну там в основном мы, конечно, не всю школу берем, а преимущественно старшие классы, потому что Ну, когда уже ребята с головой и да, руками, да, да, в да, общем. да, у них есть какой-то базис уже все равно, и даже биология, ОБЖ. Мы приходим и начинаем им сначала какой-то небольшой теоретический курс рассказывать, потому что у нас много тем. У нас и переломы, и кровотечения, и различные там неотложные состояния типа инфаркта, инсульта, вот такие вот, то, что можно встретить в реальности. Рассказываем, у нас семинар — это один академический час, то есть 45 минут.
проводим теоретическую подготовку, и после чего основной упор все-таки делаю на практические. То есть они бинтуют, они... Друг друга? Да, друг друга принесут. Потому что надо же попробовать на себе в первую очередь испытать это все. Конечно, мы там экзекуциями не занимаемся, но в целом все достаточно понятно и доступно. Плюс манекены определенные приносим для, например, не оказания неотложной помощи в качестве сердечно-легочной реанимации. Вот, поэтому после этого мы видим, что детям это интересно, дети это схватывают, и мы непосредственно уже приходим дальше и проводим дальнейшие семинары. Ну, вообще, так как среди школьников, то мы основу делаем все-таки на соревнования, то есть как бы подготовка к соревнованиям. Тем самым, во-первых, у них появляется некий азарт, во-вторых, у них появляется такое психологическое подоплека этого всего, потому что психологическая подготовка человека, это тоже крайне важно. Потому что, ну да, мы здесь намотали эти бинты, там шины наложили, ну и что. А произойдет это все, сразу все в панике, что делать, никто ничего не помнит. И вот соревнования, они приносят вот этот вот психологический элемент, который позволяет немножко в панике быть вот в этот момент. Вот мы в этом году проводили, мы маленько изменили систему соревнований, мы с актерами это делали. То есть, да, у они нас... еще кричали и избивались, да, от боли. Да, да, круто. Актеры, конечно, наши были, волонтеры, но они, по крайней мере, знают, что делать, как реагировать. Кетчуп в виде крови был, да? Нет, не стали так сильно. Давай, если это скажем так, максимально, насколько возможно, погружение вот в эти условия. Да, максимально мы стараемся это все делать, поэтому вот такие вот соревнования, они все-таки основа нашего обучения. Здорово. Да. Ну, помимо этого, конечно, мы и с другими стараемся аудиториями работать. Это и студенты различных вузов. Ну, там все-таки пока останавливается просто на семинарах, потому что загруженность у всех большая. Мы стараемся как-то где-то выискивать возможности. Ну, вот сейчас это происходит в качестве какого-то разового урока, или вы все-таки стараетесь как-то курсами это преподносить? Учебный план. Или вот учебный план у нас. Соревнования провели и все, да? Нет. У нас, смотрите, у нас, в общем-то, это уже достаточно системно получается. Мы сейчас вот уже системно обучаем инструкторов. Мы, кстати говоря, вот у нас проект в целом называется «Команда первой помощи». У нас даже есть сайт, вы можете найти. «Команда первой помощи». firstaid.team. Да, и вот мы 10 марта запускаем обучение населения. Именно не только медиков или школьников, а населения. Мы набрали группу из 60 человек. И вот сейчас вот планируем в течение 2,5 месяца обучать, раз в неделю у них будет семинар практически, и обучать непосредственно людей. Ну, посмотрим, как это выйдет, как бы, потому что вот такой вот, скажем, системный подход в плане людей другого склада ума, не просто медиков или школьников, это все-таки относительно первый раз, так скажем, что они совершенно разные люди, не обусловлены никакой одной организацией, как это мы, например, на производство какое-то приходим, там люди как бы уже нацелены на это. А тут люди самостоятельно зарегистрировались и придут. Я думаю, что если люди осознанно зарегистрировались, значит, у них есть желание, а это самое главное. Да, да, мы на это и надеемся. Давайте продолжим тему сейчас после рекламы и еще о волонтерах-медиках поговорим обязательно с нашим гостем. У нас в гостях человек, который взвалил на свои плечи очень серьезную задачу. Ну, как взвалил, по-моему, он получает от этого удовольствие. А плечи широкие, я вижу, все нормально. Он подготавливает детей к тому, чтобы они были готовы оказать, подготавливать, чтобы были готовы, ах, Настя. Первую помощь, конечно же, потому что, ну, это его основная сфера деятельности. Я про медицинскую Координатор Новосибирского регионального отделения Всероссийского общественного движения волонтеры-медики Владимир Барашкин у нас сейчас в гостях. Мы говорим о команде первой помощи, да? Этом проекте, который получил грантовую поддержку и будет развиваться в Новосибирске. Вообще, волонтеры-медики, это движение, что это, кто эти люди? Ну, волонтеры-медики существуют с 2013 года. Основа была заложена в Москве, когда непосредственно студенты медицинского вуза решили помогать больницам. Ну, после этого как-то подхватили другие регионы. Вот мы в 2016 году взяли инициативу в свои руки. Это на сегодняшний момент аудитория 13 тысяч медиков. Да. Сейчас мы даже уже акцентируем даже не столько на медиков, сколько и на других людей, потому что направлений много. Ну, основной, конечно, задачей мы перед собой ставим – это помощь младшему и среднему медицинскому персоналу в больницах непосредственно. Когда вот, медики, имея свои, студенты, я имею в виду, свои определенные запас навыков, могут помогать в больнице в определенных тяжелых ситуациях, когда не хватает персонала, когда много народу, ну, там много нюансов.
Также мы ставим перед собой задачи, это санитарно-профилактических работ, то есть мы проводим среди населения семинары различные, лекции, мастер-классы по профилактике очень социально важных заболеваний, например, ВИЧ, например, сахарный диабет, грипп. То есть у нас определенная система сейчас выстраивается, мы взаимодействуем с региональным центром медицинской профилактики, работаем в этом направлении. Конечно, это профориентация школьников в медицину, потому что не каждый школьник сможет прийти в медицину, и надо ему заранее об этом сказать, показать, что такое. Или наоборот, найти того человека, у которого прямо призвание. Да, или найти, которого как призвание, да. Ну, я не знаю, как у меня. Ну, знаете, Владимир, получается, что да, потому что я такой вопрос хотел задать, да, и у студентов, волонтеров-медиков время есть, да. Понятно, график же кошмарно загруженный. Времени нет, конечно, потому что учеба занимает основное время у любого студента медицинского вуза. Да. Многие говорят, что мы там с 8 до 8 учимся, но по-разному бывает. Ну, всегда время на вот какую-то помощь волонтерскую найдется по одной простой причине. Ну, как, по крайней мере, я считаю, что медицина — это одна из самых социально активных сред, которая должна помогать людям. И непосредственно в том числе волонтерство — это тоже та самая составляющая, которая основа медицины. Сколько я знаю медиков, они все на двух работах, а то и на трех, и все не спят ночами, а есть еще, оказывается, такие, которые успевают еще волонтерить при этом. Но это какие-то фантастические люди, на мой взгляд. Супер. Ну, больше 15 тысяч. Вы вообще не спите? Так. Ну нет, конечно, спим. Спим в дороге между работами. Ну, у нас еще есть несколько минут. Пользуясь случаем, может быть, Владимир, такой небольшой мастер-класс. Ну, нас слушает сейчас область. Вот что, или это нельзя сказать в нескольких словах, что сейчас должен уметь современный человек, живя вот в 21 веке в плане первой медицинской помощи? Да хотя бы из того, что вот в рамках проекта вы преподносите школьникам, что должен иметь в идеале каждый человек, и что на практике сегодня тоже. Ну, знаете, пользуясь случаем, как бы мастер-класс не назову, скорее совет. Во-первых, каждый человек должен знать, где ближайшее от его места жительства находится поликлиника и больница, и куда обращаться в случае чего. Потому что многие у нас даже не знают, где находится элементарно травмпункт в том районе, в котором они живут. И приезжают совершенно в другой район, говорят, что вот мы не знали, и приезжают. Это достаточно просто узнать, посмотреть в интернете, он позволяет это все. Во-вторых, конечно, самостоятельно надо понимать, что делать, если там, например, порезались, кровотечение, когда ударились, что это не всегда может быть перелом или. Ну, то есть элементарные вещи, которые действительно должен знать каждый человек. Переломы, кровотечение — это самое частое, что может встречаться. Часто встречаются инсульты, инфаркты. Но тут, понимаете, по радио этого все не расскажешь, конечно. Просто надо Но иногда читать, знать и читать, знать, можно. Конечно, да, да. Стараться. Цвет синяка очень определяет, да, перелом или ушиб. Ну, начнем с того, что ушибы, переломы — это обычно всегда отек. Большой такой отек. Если отека нет, ну, тут может быть сомнение. Ну, всегда нужно обращаться к врачу, если есть сомнения определенного рода. Подлога кончилась, прикиньте. Да ладно. Сейчас мы выйдем еще раз. А как мы выйдем? Это, как говорится, несчастный случай произошел. Кончилось музыкальное оформление. Нет, у нас есть еще 4 минуты. Небольшой отек у нас в аппаратуре. Владимир, вот что хотел спросить. На сайте, про который вы говорили, что может обычный пользователь увидеть? Ну, там, во-первых, новости происходят, которые мы реализуем, программы какие. Там есть у нас форум для участников, для просто гостей. И в целом там периодически будем, планируем публиковать по возможности те регистрации на какие-то курсы. То есть это, конечно, будет происходить не часто, по одной простой причине. Во-первых, потому что, как мы уже выяснили, что волонтер не спит ночами. И у нас определенные, так скажем, затруднения в людях, их не так много, их же надо обучать для этого всего. Поэтому мы планируем следующий курс только осенью, поэтому сейчас вот мы отрабатываем. Ну вот я не медик, но мне вас жаль, хочу помочь очень. Что я могу сделать? Ну, помочь, что вы имеете в виду? Помочь как волонтер? Вы мне скажите, да, что я могу сделать в поддержку волонтеров-медиков? Волонтеров-медиков? Ну, у нас нет такого строгого, так скажем, фейс-контроля на входе.
Потому что мы можем и не медиков привлекать к волонтерской работе, тем, кто сочувствует. Есть такая практика, так обучить вот этой первой помощи обычных людей без медицинского образования, чтобы они тоже были. Мы это планируем так делать. Да, потому что первая помощь не подразумевает каких-то специализированных навыков. Да, и необходимость, как бы, каждый может, по идее, это сделать, ну, просто требуется определенное время. Чтобы как-то принять участие в этом, то можно спокойно зарегистрироваться на сайте волонтермедики.рф. Там региональное представительство наше, и мы со всеми свяжемся и со всеми поговорим, что кто что хочет от нас понять. Вот и последний вопрос мой по поводу проекта все-таки. Вы обрисовали картину, как вы делаете это сейчас, а после того, как вы выиграли конкурс, вы получите грант, и что изменится? Мы хотим в нескольких регионах подобную практику запустить. Расширить горизонты. Да, да, да. Самая моя, конечно, мечта, это чтобы по всей стране это системное движение было уже, чтобы каждый знал, как оказывать первую помощь. Здорово, здорово. Ну и районы области наши, конечно. Естественно. Безусловно. Да. Спасибо вам большое. Координатор Новосибирского регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики» Владимир Барашкин был у нас в гостях. Что, чем мы можем помочь волонтерам-медикам и медикам вообще? Мы можем сходить, зарегистрироваться на уроки первой помощи. Это правильно. И тогда... Завершить хочу красиво. Поменьше болеть мы должны. Вот это правильно. И беречь себя. Владимир, спасибо большое. Вам Настя, спасибо. Тебе тоже спасибо. Мне-то. Ну, прекрасное утро мы сегодня провели. Это Валаева Настя. Анатолий Сивахин. Всего доброго, удачного вам дня. Пока.